Интересно, что в сумке у кенгуру? Сумка кенгуру напоминает глубокий, хорошо растяжимый карман. Вверху она выслана мехом, а внизу покрыта голой, мягкой и теплой кожей, которую удобно очищать от грязи и паразитов. В глубине сумки, недалеко от ее дна, находится пара сосков. Новорожденный кенгуренок переползает в сумку по материнской шерсти и намертво прикрепляется здесь к одному из сосков. Только этот сосок он и будет использовать для кормежки до тех пор, пока не начнет питаться взрослой пищей. Самка кенгуру внимательно следит за чистотой сумки и детеныша, регулярно засовывая внутрь сумки длинный язык и основательно вылизывая и саму сумку, и сидящего в ней малыша. Сидящему в сумке кенгуринку в разном возрасте требуется материнское молоко разного типа. Иногда она рождает нового малыша, когда в сумке еще сидит и кормится молоком его старший брат или сестра. В этом случае каждому из ее сосков приходится вырабатывать такое молоко, которое нужно прикрепившемуся к нему детенышу.